Пришел я опять на канал, только спустился еще чуть-чуть ниже. По берегам уже видите, появились такие небольшие проплешины. А тут в середине большой, в общем-то, лед толстый. Вот поставил поплавки, вроде что-то клюнул один раз даже. Ну, вон, первый мой окушок. Ну, в общем, я их тут и ожидал ловить. Ну и хорошо, что он поймался. Будем ловить окуня. Хоть и мелкого, но хоть что-то. Прошло 15 минут. Поклевок больше не было. На мормышку тоже. Так вот все всегда хорошо начинается, а потом как будто перемыкает что-то где-то. Выключают рыбу. Ветер сегодня сильный. Ну хотя тут теперь-то какая разница. Он на мои поплавки как-то не очень сильно влияет. Клево, как видимо, настоящую наживку нету практически. Не, ну может быть и клюнет, я не спорю. Поймался еще один окунь. Уже прям недалеко от берега. Но глубина, к моему удивлению, она почти не изменилась. То есть, что здесь, что вот тут. Вот здесь глубина, то есть на середине, можно сказать, практически ничем не отличается от глубины. Вот там, вот от того места, где я сейчас ловил. И там у меня поклевывало больше. Здесь у меня не клюет. Сейчас я еще с той стороны попробую. И, скорее всего, я предпочту вот сесть вот тут, возле берега. В общем, я делаю вывод о том, что здесь глубина гораздо меньше. Примерно сантиметров на 40 меньше, чем и в середине, и под тем берегом. И я делаю вывод о том, что нужно переходить под тот берег. Только вот куда? Там вот дерево еще лежит такое прикольное. Там и стоит сесть. Видимо, я туда и сяду. Ну, в общем, после недолгих поисков, я думаю, что надо предпочесть вот тот берег. Прекратились вообще всякие поклевки. Зато начался сильный ветер. Порывы очень такие мощные. Ну да, что-то перспективы, конечно, не очень. Не клюет совершенно. Уже обошел тут, я не знаю, ну лунок 5, и пока что-то даже и не клюнул ни разу. На поплавок вообще ни разу ничего не клюнуло. Весь мотыль целый пришел, проверил. Ну, в общем, так вот. Ну еще, конечно, похожу. Вот. Да, ветер сильный. До 9 метров в секунду передавали. Мне кажется, тут все 15. Да, нет поклевок. Сейчас еще вот эти три луки, наверное, пройду. Да хватит. Сегодня не рыбный день. Явно. Ну что можно сказать? Клёва нет совершенно. Ветер усилился. И вообще как-то погода поменялась. Ну не клюет, в общем. Буду собираться. Двух окушков поймал. Кошке отдам. Ну, в общем-то, все. Такая вот рыбалка. Как всегда, не очень удачная. А людей вообще нету. Один мужик какой-то прошел за все утро, и все. Хотя лунок много наборено. Но толку, видимо, было мало.